Мил Рэй. С любовью, Мила. О женском счастье, маленьких победах и бумеранге для хитрого мужа. Запасной вариант. «Сама уйдешь, Или тебя выкинуть отсюда?» Развязный тон и то, как Миша смотрел на девушку, заставило Катю внутренне собраться. Он пнул ногой вещи, брошенные тут же в прихожей, и еще сильнее хлопнул кухонной дверью, которая отворялась снова и снова, без конца. «Долбанная дверь. Никак ее не починю», — пробормотал мужчина. «Катя, я не пойму твоего протеста. Я разве тебе не говорил, что мы с тобой навсегда вместе? А ты вот как!» Собралась тихо и думала меня просто поставить перед фактом и бросить. Катя действительно собралась сбежать тайно от своего любовника — но решилась она на это не спонтанно. Причиной всему стала жена Михаила. И еще одна очень неприятная история, о которой Катя старалась сейчас не думать. И назвать Катю предательницей, как это пытался сделать мужчина, просто нельзя. И она ни в чем не виновата. Карие глаза, полные слез, уставились на Мишу с такой злостью, что Катя стала не по себе от тех эмоций, что разыгрались внутри. Ты говорил, что любишь меня одну, а сам. Я не собираюсь быть запасным вариантом, резко выпалила она. Только не рассказывай, что из-за работы ты опять возвращаешься к своей. Даже не хочу ее им произносить. Жаба. Да, я не люблю жену. Но я не собираюсь сидеть из-за какой-то дуры, выдавил Михаил, имея в виду то ли Катю, то ли свою жену Галину. Поэтому. Раз ты уже на чемоданах тут сидишь? Давай. На легком катере к такой-то матери. Ты сама виновата, Катя. Кто тебя просит сейчас уходить? Более печального и странного расставания в ее жизни еще не было. Катя не сказала ни слова и просто взяла свой большой чемодан белого медведя и вышла в общий коридорчик старой хрущевки. И тут Миша вдруг побежал за ней. Развернул к себе и так по-мужски отобрал эту сумку и сказал, «Я тебя никуда не отпущу». Но Катя только размахнулась и силой зарядила кобелю пощечину. Она не думала, что ее любимый так легко вернется к бывшей жене. «Передай своей Галине, если она меня попытается найти, ей это выйдет боком», — прошипела девушка. Она забрала у любовника сумку, в другой руке у нее был белый медведь, которого подарил ей Миша. Мужчина так и остался стоять в захламленном коридорчике, а Катя вышла в подъезд и громко хлопнула дверью. Плюшевого, громоздкого попутчика тоже звали Михаилом. И сейчас Катя усаживалась вместе с ним в зимнее промерзшее такси. Девушка вдруг встрепенулась и обнаружила себя в поезде. Дурной сон о расставании с бывшим растаял, когда вокзальный семафор Полоснул огнями по стеклу, Катя очнулась и еще сильнее сжалась от холода. Это был всего лишь сон. Она посмотрела на экран телефона, который лежал на столике. Миша уже успел прислать ей очередное смс, на этот раз с проклятиями в ее адрес. Кстати, это было 20 смс от него, которое она удалила, не читая. Миша просил вернуться и обещал, что устроит Кате сладкую жизнь из-за того, что посмела уйти. Она лишь мысленно послала его и закрыла глаза устала. Ночью в поезде она почти не спала. Соседка по купе попалась уж очень энергичная. Деятельная и очень приятная дама откуда-то из-под Липецка угощала ее вкусными купатами и требовала рассказать, почему Катя едет накануне Нового года из Москвы в глухой провинциальный Успенск. Она без конца спрашивала, почему девушка молчаливая и грустная. Вот только Катя не хотела ни с кем делиться. Женщина вышла где-то на полустанке, и Катя, наконец, смогла уснуть. Сейчас Катя думала о том, что через несколько минут вернется в родной город, где она провела лучшие годы своей жизни. К слову, отмечать Новый год Катя совсем не хотела и даже не собиралась. Настроение сейчас было не то. Предпраздничные хлопоты никак не укладывались в график предстоящих дел. А дел по приезде у нее будет ой как много. Погрузившись в свои мысли, она прислонилась к холодному окну и просто смотрела, как поезд плавно, как парусник, причаливая к перрону железнодорожного вокзала. «Успенск, главный!» — скомандовала проходящая мимо ее купе проводница. «Девушка, вы просили разбудить». «Я уже не сплю, спасибо», — отозвалась Катя и открыла, наконец, глаза. Поезд замер, выпуская пар, будто тяжело выдыхая после долгого пути. Пассажиры высыпались из поезда на платформу, а встречающие радостно кинулись к своим родным и близким. Катя спокойно прошла ко входу в здание вокзала. Девушку никто не встречал — о своем приезде она никого не предупреждала. Слишком уж нерадостным было это возвращение домой. Большие синие двери главного вокзала разъехались в разные стороны. Она вошла в зал ожидания и уперлась глазами в красивую искусственную елочку, стоящую в шариках и пушистой мишуре. «Мама, давай купим такую же гирлянду!» «Ой, у тети Мишка! Мама, я хочу такого же мишку, беленького!» Мишаня, который висел у Кати на руках, не произнес ни слова возмущения, когда маленькая девочка ухватила его за большую плюшевую лапу и не по-детски сильно потянула. Катя от неожиданности выпустила медведя. «Ой, простите!» — спохватилась зазевавшаяся мамаша и одернула маленькую дочку. «Аделина, оставь медведя! Пойдем, скоро наш поезд!» «Хочу, хочу!» — гласила девочка так, что люди, столпившиеся в здании вокзала, стали оглядываться. «Девушка милая, давайте я его у вас куплю. Аделина не успокоится», — попросила Катю мамочка настырной малышки. Катя посмотрела в глаза своему Михаилу и грустно протянула его Аделине. «Получается, он ехал из Москвы к тебе», — вздохнула она. «А мы в Москву едем», Считайте, что ваш Мишка просто сделал круг и вернулся обратно. Такой красивый. Вы, наверное, ребенку везли. Спросила мама, пока Аделина тискала белого медведя. Нет, это мой. Просто забрала с собой при переезде. Это был подарок, проговорила Катя. Его тебе жених подарил? Лукаво улыбалась Аделина в белой шапке с большим помпоном. Да, бывший жених. — улыбнулась Катя и пожала Мишане лапу в последний раз. «Береги его, он хороший». «Спасибо вам», — прошептала счастливая мама девочки и схватила малышку за руку. Адалина помахала ручкой, крепко прижимая медведя к себе. «Вот и ты, Мишка, меня покинул», — пробормотала Катя себе под нас и двинулась дальше. Чемодан отбивал ритм о ребра тротуарной плитки на привокзальной площади. Катя набрала номер такси и ждала его тут же, на синей остановке. Позади туда-сюда сновали трамваи, слабое зимнее солнце уже поднималось над городом. «Красота!» — выдохнул какой-то мужчина рядом. «За пятьсот рублей до центра поедем?» «Тут максимум сто пятьдесят», — выдавила Катя. «Сразу бы сказали, что вы местная», — проговорил мужчина и пошел обратно на стоянку к своему авто снова пришло сообщение, но на этот раз от тети Наташи, родной сестры отца Кати. «Ты куда пропала? Я звонила тебе раз сто», — проговорила женщина, когда Катя перезвонила ей. «Я в Успенске», — кратко сказала она. «Сейчас еду домой». «Ой, елки!» — тяжело выдавила тетка. «Отцу пока говорить не буду. Мне еще рецидивов от его сердца не хватало». «Катька, он болеет. Сразу предупреждаю, без фокусов твоих. Я поняла, не буду с ним ругаться. И с мачехой тоже, — сказала она а новой сожительнице отца. А приезжай ко мне. Вань на смене сегодня. Посидим, я тебе ключи отдам. Давай. Катя нехотя согласилась. Лишние скандалы ей сейчас ни к чему. Тетя Наташа жила неподалеку от Катиного отца. После того, как в его жизни появилась молодая Арина, Катя и ее брат перебрались к Наталье и жили у нее в большом доме. Своих детей у тетки не было, поэтому к племянникам Наталья относилась как к родным. Брат Кати связался с плохой компанией, и его судьба сложилась не самым лучшим образом. А вот Катя пожила у тетки недолго и уехала работать в Москву. Теперь ей предстояло заново строить свою жизнь в Успенске. Такси приехало за девушкой, и она еще раз вспомнила про своего Мишку. Белого плюшевого медведя было жалко даже больше, чем себя, и гораздо больше, чем предателя Мишу. Миша звонил снова и снова. Катя не поднимала трубку специально, но не чтобы позлить мужчину, а чтобы больше не скандалить. Думала, он сам все поймет и успокоится со своей бывшей новой женой. Но Миша не унимался и писал в ответ на ее молчание разгромные сообщения. И так достал своими угрозами в перемешку с просьбами вернуться, что его номер пришлось заблокировать. «Пусть остается в черном списке, а мне сейчас не до него». Он свой выбор уже сделал. Думала Катя, пока такси везло ее по праздничному яркому городу к дому тетки. Наталья всегда была рада своей блудной племяннице. Но приезд Катерины в канун праздников ни с того ни с сего не на шутку взволновал женщину. Катя скрытная, и из-за частых конфликтов с отцом и его новой женой она совсем отгородилась от своей семьи. «Точно Катька что-то натворила», — проговорила тетка себе под нос. Наталья уже выглядывала в окно, ждала ее, чтобы выйти и помочь открыть упрямый замок на калитке. Такси подъехало, девушка вышла, и водитель подал ей чемодан из багажника. Катя легко потащила за собой свою ношу и лихо открыла ворота. Прошла к ступенькам, и тут уже Наталья ее встретила. Обняла и одарила оценивающим взглядом. «С приездом!» «А ты приоделась, я смотрю», — сказала тетка. «Молодец, хорошо выглядишь». «Спасибо. Чаем меня угостишь?» — спросила Катя, пройдя за ней. «Сама сделай, ты не в гостях». Или «Не пойму». Собралась с поезда сразу ехать к Карине в логово? Наталья рассмеялась, а Катя отрицательно покачала головой. Нет уж. Девушка еще в поезде решила, что к отцу и его второй жене она не поедет ни под каким предлогом. «Ну вот и все», — заключила тетка. Тогда, мадам, раздевайся, ставь чайник, и вещи свои из прихожей неси-ка сразу в свою комнату. А то не придет с работы, а ты тут устроила бедлам. Я у тебя долго не останусь, сказала она, между прочим. Хочу переехать в квартиру мамы. Наталью аж развернула. Ишь ты? Только приехала, уже давай ворошить прошлое. Разговор Катерины тетке не понравился совсем. Какая еще квартира мамы? Там не готово ничего. Все, это потом, отрезала она. Вот Антон вернется на праздники, тогда и решим. А пока лучше расскажи ко мне, любимая племянница, чего это тебя принесло в нашу дыру. Да еще и под самый Новый год. Ты же на празднике к нам или как? Катя скинула сапоги в прихожей и прошла в кухню. Тут все осталось на своих местах, как и раньше взяла с полки беленькую сахарницу и банку, в которой хранился кофе. Пока возилась и устанавливала чайник на плите, Наталья Николаевна устроилась тут же, за обеденным столом, и все поглядывала на нее. Требовалось что-то ответить тетке, но признаваться, что с Мишей у нее ничего не вышло, Катя не хотела. Я решила вернуться. Легко и с улыбкой произнесла Катя. «Да?» — вытаращила зеленые глаза тетка. «Да ладно! А кто же кричал, что ноги твоей здесь не будет?» «А я там чужая», — заявила Катя, не меняя тона. «Жила, поработала. Теперь тут буду строить свою новую жизнь». Тетка только рассмеялась. «Вот ведь характер. Молчит и говорит свое». «Что, бросил тебя твой женатик?» В лоб выдала Наталья. А я говорила, поиграется с тобой и разбежитесь. Он же Альфон с чистой воды. И года не прошло, как он вернулся обратно к своей богатенькой жене. На самом деле было не так. «Ой, да что там было?» — закричала тетка, усмехнулась и от досады хлопнула рукой по столу. «Тебе уже двадцать семь лет!» Сколько ж можно дарить любовь тем, кто ее недостоин, а Кать? Катя молча сделала чай для своей вредной тетки. Наталье стало ее жалко. Матери нет, кто ей подскажет, надоумит. Одна ведь растет, как сорняк с 18 лет. Расскажи, что произошло? Почему ты приехала? Не унималась тетка. Катя присела рядом, обхватила кружку руками и подула на обжигающий напиток нехотя, но она стала рассказывать о тех событиях, что предшествовали ее возвращению в родной Успенск.